Ну что, посмотрим, что тут у нас. Так, сейчас я вначале молча, полминуты. Александр Алексеевич, вы на месте. Чуть ниже я не дошел. Александр Алексеевич, реплика, это, кстати, главный редактор газеты, журнала «Вестник садовода». Не дошел я немножко. Может, останется время. Может, я потом еще вернусь. Я хотел показать пару ваших произведений, пару фотографий с вашего журнала. Красивейшего. Вот. Кто такой Нетяга? Интересно. А вдруг родственник? Так, ладно. Все посмотрели. Лилия, привет. Ой, всем привет. Андрей, привет. Вот. Леонид, привет. Господи. Здорово, что вы есть, но как нас мало. Так, Бухтияр, привет с Казахстана. Брат Элизов, здравствуйте. Мирослава Зыбина, всем добрый день. Это вы, Мирослава, решили вот вырастить из моих семян эти самые яблони из семечек. Ну что, счастливой дороги. Хорошо вам с вашим возрастом. Так, здравия садоводам, пишет Татьяна. Сергей Александрович, здравствуйте. Кузнецов, здравствуйте. Эльвира, доброго вечера. Ольга, добрый вечер. Свинин, привет. У вас там... А, где же выпал снег-то? А нет, это уже ближе к Уралу. Так. Здравствуйте, Олег Костин. Здравствуйте, все, кто смотрит вебинар. Я на прошлом вебинаре писал, что у меня дали в этом году урожай 4 абрикоса. Фотографию послал на почту. Хочу рассказать про пару дополнительных приемов, которые я применяю на деревьях. Каждому дереву я кладу большой камень, а то 2 и 3. Еще я делаю юбочку из медной проволоки для энергетики. Так, Александр Дольских уже включился. Камень зачем? Найдите в интернете статью «Бабушкин камень». 7 дач. Я на свою дачу купил 2 тонны камней. У меня на 600 кохот 30 плодовых растений. Извините, я хотел сказать не растений, а деревьев. Что, интересно, посмотрим. А какой у вас регион? Курган. Александр спрашивает, неплохо строить, как оно у вас с камнями, без камней будет. Если разница именно там, а то там дач про Сибирь, где даже слева у них мерзло в заморозке весной. Так, значит, вопрос открытия. 2 тонны камней. Ну что, будем живы. Результат, надеюсь, узнаем. Так, всем привет из Нижнего. Так. Я не сравнивал, на все делаю, пишет наш друг про камни. Александр Дельский, понятно, проволока что дает, какая там энергетика. Я на следующем вебинаре источник скажу. Скажу сразу, что тут делали эксперименты с проволокой и растения, растет намного лучше. Так, Александр, мужик въедливый. А абрикосы привиты у вас за плодоносие или сеянцы? На какой год? Задал вопрос. Так, Александр Виноградов. Здравия. Так, это у нас Виктор. Будем называть его Виктор. Абрикосы покупал среди железного саженца 5 лет назад. Точно не скажу, потому что много покупал в этом году. Еще 2 саженца заказал. Влад, Нижний Новгород. Расскажите о сихотулинском абрикосе, который в качестве подарка идет посылка. Наконец-то хоть оно проснулся, любопытство.
Косточка чуть меньше мелитопольского. Это видео полукультурка или дикарь. Можно ли использовать как подвое? Есть информация, что вот это растет в пипинчик красноярский. Может поделиться черенками, если просто есть. Желающие на них были. У Чернобаева растет ранец Семиренко. Редко встречается в северных районах. Вы у него часто бываете. Как растет, в какой вкус будут ли черенки? Так, Влад, сразу скажу. Так, про сихотолитский абрикос у меня второй пока и последний урожай. Я скажу, что он, так, где бы фотографию-то, помните фотографию там, ну, в принципе, кто нас торопит, да, может, посмотрим, сейчас, секундочку. Так, где же его искать, а вот, фотографии 22-го года. Хоть глянуть на него, что на эту заразу. Кроме того, что в Сихотулинский гор, у меня самой никакой информации нет. Знаете, есть такой хороший метод. Я всем советую. Многие люди настолько, вот, это просто удивительно, насколько они буквально зациклились на том, что я хочу вот это и точка. Я им говорю, я не знаю, что из этого получится. Как не знаю? А вот так не знаю. Помните вот того же товарища Ивана, который нас это, который приводил разные цифры. Вот. Это просто невероятный случай, когда получается так, ждешь одно, получаешь другое. Только не это. Да, вот он, последняя веточка. Вот. Поотноситесь к нему как хотите. Он внезапно покраснел. Рядом растут еще эти, как их назвать? Рядом растут, не надо найти лучше, как сказать, более, ну, верхнюю часть дерева сейчас. Вот не готов я был. Есть ли фотографии? Да попробуй найди, при этом, что тут их огромное количество. Вот он, крупный план. Любуйтесь. Вот он. Теперь вот Сенька. Нет, а, его мама Сенькина. Вот он. Ну, хотя бы так, видите? Вот. Хотя бы так. Он самый красный из этих самых. Те, которые пришли с тайги буквально. Вот. И кроме того, что это второй урожай, но он первый урожай был как все, а этот резко покрасил. Больше ничего не знаю. Мне так трудно бывает. Вот понимаете, вы меня не то, что как бы сказать-то пытаете. Я рад бы сказать, но больше ничего сказать не могу. Про пипельщик красноярский. Мне уже сказал, я уже заранее знал, что будет вопрос, кто-то рассказал. У нас дикая, дичайшая, невероятная засуха. Вот у меня будет ограниченное количество черенков. Кстати, имейте в виду и заказывайте, кто успеет, чтобы потом меня не долбить. Вот. Дичайшая засуха. Вот. И уже сказал, и Чернобаев параллельно Семеренко, он уже сказал, черенков яблонь не будет. Вот. Кто-то рассказал, черенко вообще не будет. У него больше всех мучила эта засуха. Именно его сад. Ни черта не, просто не дало. Так что, может быть, потом, в последний момент, кушать-то хочется. Может быть, где-то 5 черенков с каких-то там Чернобаев срежет. 8 черенков, может, Тоторов-то. Все равно деньги какого-нибудь сорта. Доживем, увидим. Я сейчас никому ничего не обещаю. Я жду, когда упадет листва. Будет листва, я возьму эту, запишу книжку, пойду посаду. Ага, вот тут столько-то черенков, вот тут столько черенков. Что будет, то продам. Хотя я сам деньги не заработаю в этом году. И вам не удастся все получить. Теперь спросите, а какого черта ты вот этот сихотулинский абрикос, в котором ты ничего не знаешь, продаешь? А вам что, не понравились плоды? На большей части территории России даже это считается шедевром. Помните, целый район ни одного абрикоса. Ростовская область. Вот дожили.
Так, читаем дальше. Наталья. О том, что муравьи нам не вредят, наоборот, помогают, есть книга. Вот. Автор Халиф Мантру, Василий Разбор. Ну, наверное, лишний этот козырь нам не помешает. Наверное, я не один. Вот. Но пока злоба тысячекратная просмотров, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. Пока злоба книга пересиливает, ее никак нельзя, пока с высокой трибуны кто-то не скажет. Остановитесь! Остановитесь! Сколько можно дурить людей? Вот так вот. С самой высокой трибуны, самый крупный чиновник. Вот. Так, дальше, Виктор. У меня статья есть про мою дачу. Почитайте, канал называется «Оздоровление. Мой путь». Напомнили? «Оздоровление. Мой путь». Почитайте. Так, Мезина, всем здравствуйте. Олег Олегович. Я уже собираюсь вам это. Или вам, или сдать дела. Или вам, или Макару дела сдать. Сколько можно? Удивлять и удивлять и удивлять. Ярослава. Олег Алексеевич, спасибо. Я все сорта культурных яблок и посажу, буду наблюдать, проводить эксперименты. Вот что я буду делать. А вас не напугало, что 11 000, а? Ярослава. О, а мне теперь пусть я Ивану скажу. Иван, вот для таких вот я и собрал эти самые. У меня на балконе гниют яблони, вот такие яблоки, вот такие вот. Не с таких же. Если уж с такого яблока. Семечко уже, жди, что будет. Может, такое же. Но хочется чего-нибудь такого. Помните, как эта песня-то из кино? И хочется чего-нибудь такого.